Добрый вечер, друзья. На той неделе состоялся концерт трибют группы Grand Pfizer, в которой я принимал участие в качестве клавишника. Концерт был приурочен к дню рождения Марка Фарнера. И, на мой взгляд, я надеюсь, прошел достаточно хорошо. 14 числа будет следующий концерт группы Grand Pfizer. Я вас со всей души туда всех приглашаю. Вот. Ну и в рамках подготовки к этому концерту мы решили сделать еще одну песню. Песня называется «Призме», вот из альбома «Shine On». Ну и еще пару песен из «Possibility». Она входит в этот альбом «All the Girls in the World Before». И мы уже играем, исполняем песню «Some Kind of Wonderful». И эти песни решил запрограммировать секвенсор и представить вашему вниманию. Ну, еще хочется, не могу не упомянуть, вчера скончался величайший гитарист Эдди Ван Хелен. К сожалению, 65 лет, величайший гитарист, кумир наш. Я присоединяюсь к совершеннейшему шквалу соболезнований от всех музыкантов, любителей рок-музыки. И все-таки сегодня я подготовил гранд-фанк. Хочу пожелать всем хорошего настроения, хорошего вечера и позитива. Итак, гранд-фанк.